А вдруг на самом деле у меня все зашибись? Только бессимптомно. Поставьте. Закончил очередной объект, установил 3 дверки эльпорта, фурнитура вся эконом, замки с механическим язычком, во всех 3 дверях были с фиксатором, все одинаковые замки, 165 на 20, петли бабочки, то есть покупалось в комплекте вместе замок, петли, ручки. В общем, все эконом. Доборы 9-10 сантиметров, все телескопическое, ну, среднего качества так. В общем, закончил заказ. Сейчас поеду в офис, в салон дверей. Там мне ключ оставили. Надо забрать ключ и установить, сделать отделку откоса входной двери на заказе, где вот я профиль дорс ставил. Где у меня интересный заказ был, серенькие такие профиль дорс. Тогда доборы не пришли. Доборы уже неделю как пришли. Сейчас я заеду, ключ заберу, поеду поставлю еще портал на входную дверь. Все, погнали. Итак, приехал я на квартиру. Вот проемчик. Здесь я ставил дверки профиль дорс. Сейчас надо сделать откосы на входную дверь из доборов и наличников. Что напрягает, то обои не доклеены доверху. То есть сейчас буду вымерять и получается закладные буду приклеивать по самому краю периметра коробки. А к ним уже потом доборы. Если доклеили до конца, то я бы мог здесь свободно делать так, как мне удобно, так, как я хочу. А так придется делать по самому краю закладные плюс добор. И как раз тогда только в этом случае наличник перекрывает. Так вот, наличники и доборы. Так, закончил заказ. Сделал отделку откоса входной двери. Получилось просто классно, мне очень нравится. Сам цвет и доборы, и наличники профильдорсовские вообще просто шикарные, мне очень понравилось. У них и так-то в принципе хорошие, а эти вообще мне в принципе вообще понравилось все. Подписывайтесь на наш YouTube канал, пишите комментарии. Ставьте лайк. До новых встреч, всем любви, здоровья, пока!